Всем привет! Вы на канале Жизнь в Кето, бла-бла, фьюзинка. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня еще видео будет кето-ужина моего. То есть то, что вот вы можете увидеть, что я ем на ужин. Ну, фактически здесь ну, вот то же самое, что и обед. Здесь точно так же 1100 килокалорий плюс-минус. Также белков, жиров, углеводов, наверное, немножко. Углеводов здесь, конечно, больше, конечно, нет, вру. Да, углеводов здесь больше, потому что на ужин, ой, на обед, как правило, я в последнее время снимаю с заниженным количеством углеводов, чтобы оно годилось, так сказать, на строгое кето и кето-адаптацию. Поэтому на ужин у меня получается немножко больше этих самых ужасных, страшных углеводов. И еще здесь пару, так сказать, необычных для меня вещей есть. Ну, традиционный капустный салат, вот там черненькие точечки, это тмин черный, рыжиковым маслом заправлено. Сегодня даже у меня что-то не было зелени, здесь сушеная зелень и один такой небольшой огурчик. Так, основное блюдо здесь тушеная капуста. Сима, привет! Сима передает всем привет, всем кетозникам и зрителям канала. Сима, Сима, чё трёшься? Помаши ручкой, Сим. Так, это, значит, это бигус с говядиной. Это еще продолжение, так сказать, и даже еще там чуть-чуть осталось. 50 грамм сырокопченой шикардосной, вкуснейшей вообще на самом деле. У нас классную такую колбаску делают. Вот. Десерт у меня сегодня необычный, это, ну, обычные семечки 20 грамм, и вот такая штука, это миндальная, не знаю, как это назвать, наверное, кексик. Готовила его, и даже не знаю, ну, уже несколько дней назад, по вкусу выглядит лучше, чем, вернее, по вкусу лучше, чем выглядит, в принципе, так ничего, можно, там, естественно, нет сахара, сахарозаменитель, миндаль, там, сметанка, сливочное масло, все это в микроволновке буквально за 5 минут делается. Ну, нормально, так, ну, съедобно, скажем так. Ну, ем уже какой день, потому что, в принципе, как бы вот, ну, сами знаете, не страдаю. И еще сегодня многострадальное, сегодня какао. У меня есть алкализованное какао, которое вот так называемое кондитерское, которое прям крутое-прикрутое. Горькая, не, даже не то что горькая, а вот настоящая, как шоколад. И вот такими сливками я это все сейчас пыталась. Сливки 20%, это вот наши петропавловские сливки, такая у нас марка есть. Пыталась я это все как бы сделать в микроволновке тоже, и оно, зараза такая, убежало. Все это счастье. По вкусу, вот как горький шоколад, думаю, все-таки, наверное, сахарозаменитель туда добавить, потому что так это вот просто как этот Азера шоколад 97,7. Ну, в принципе, нормально. Для меня это вообще абсолютно супер. Ну, почему-то хочется чего-нибудь заесть типа сладким, этот типа сладкий кексик. Вот такой вот ужин. Всем привет. Пока-пока. Не забудьте написать мне что-нибудь хорошее. Кето рулит. Пока.